Постижение глубинной сути движения «Алаш» в истории казахского народа шло мучительно. Почему? «Горе побежденным», говорили еще древние римляне. Это означало не только тяжелое положение побежденных, которых победитель мог обратить в молчаливых рабов. Это также означало право победителя овладевать памятью, то есть составить историю победоносной войны по своему усмотрению. В британской энциклопедии об Индийском национальном конгрессе, основателем которого был Махатма Ганди, читаем, что он появился в результате кризиса политики Великобритании в Индии. Больше ничего. А что писали наши энциклопедические справочники об Алаше? Это партия националистов, казахской девчине, защищавших старые феодально-патриархальные порядки в неприкосновенности и так далее. Одним словом, советская историография к национально-освободительному движению народов Российской империи, к его лидерам, относилась враждебно. А на самом деле, что собой представляет движение «Алаш»? Это конфликт. Конфликт казахской интеллигенции с казахским обществом со средневековыми порядками, с колониальной администрацией. Слово об «Алаше». Конечная цель царизма в Казахстане была окончательно овладеть казахскими землями со всеми ее богатствами. Для осуществления этой цели он, то есть царизм, проводит политику, состоящую из нескольких этапов. Административная реформа 1822-1824 годов упразднила ханскую власть в среднем и младшем жузах, что по существу означало ликвидацию государственности у казахов. Временное положение 1868 года, а затем степное положение 1891 года объявили казахские земли государственной собственностью, лишив казахское общество распоряжаться ими по своему усмотрению. Эта политика обеспечила переход за короткий срок 45 миллионов гектаров лучших казахских земель в распоряжении переселенцев и государства, куда к 1917 году были заселены 1,5 миллиона человек, что составило 29,5% населения Казахстана. Это обстоятельство, с одной стороны, вело к деградации традиционной формы хозяйства казахов, с другой стороны, коренным образом изменило соотношение сил в Казахстане. В этих условиях казахам ничего не оставалось, кроме как бороться за свою независимость. В начале века стало очевидным, что старые формы борьбы за свою независимость изжили себя. Изменение соотношения сил требовали новые методы. Именно этими потребностями были вызваны появления на политической арене национальной интеллигенции
как политической силы. К 1917 году численность казахских интеллигентов, владевших дипломами о высшем образовании, составила более 120 человек, а со средним специальным образованием – 700 человек. Казахская молодежь обучалась в учебных заведениях Москвы, Петербурга, Варшавы, Казани, Каира и Стамбула. И, разумеется, больше всего их волновала судьба родного народа, родной степи. И этот фактор сыграл решающую роль в том, что они без колебания выбрали стезю борца за новую обновленную жизнь. Изначально просматриваются два направления в ее деятельности – просветительское и политическое. А с 1905 года берет верх второе. Искар Каролинской петиции, подписанной 14 тысячами лицами и направленной председателю Совета министров Российской империи. Считая землю своей собственностью, приобретенную кровью отцов, занявших степь после кровавых продолжительных столкновений с калмыками, киргизы при вступлении в русское подданство не подумали, что государство позволит себе посягнуть на народную собственность. А между тем русское правительство создало законы, по которым без всякой мотивировки, просто по праву сильного, все киргизские земли признаются государственной собственностью. Последствием чего создалось переселенческое движение в киргизские степи, и самые лучшие участки земли отошли к переселенцам, а худшие остались за киргизами. В 1905 году казахские интеллигенты осуществляют первую попытку по созданию политической партии. В газете «Фикер», издаваемой в Уральске Камилем Тухватуллиным, публикуется состав Центрального комитета Казахской конституционно-демократической партии. Однако эта идея так и остается неосуществленной. По существу начало нового подъема казахского национально-освободительного движения. По меткому замечанию Мустафы Чокаева, этому предшествовало издание в Оренбурге с начала 1913 года газеты «Казах», превратившейся вскоре в издание общенационального значения. Примерно с этой поры Оренбург как бы становится организационным центром казахского освободительного движения. Этому способствовали, во-первых, отдаленность Оренбурга от казахских областей, где было установлено сильное жандармское наблюдение за казахскими деятелями, и, во-вторых, значение Оренбурга как крупного культурного центра на востоке империи.